Администрация Уфы в сентябре планирует выставить на торги два дома по улице Октябрьской революции, номер 10/1 и 76. Оба относятся к объектам культурного наследия и будут переданы победителям аукциона на условиях их восстановления. Инвесторы, в свою очередь, получат льготную аренду по цене 1 рубль за квадратный метр, сообщили в Управлении земельных и имущественных отношений городской мэрии. В планах муниципалитета сохранить как можно большее число культурных объектов. Однако только за счет бюджета это не получится, потому и привлекают инвесторов на льготных условиях. Сейчас по этой схеме в Уфе реставрируют порядка 15 объектов. Городские власти рассчитывают на больший интерес к культурным памятникам со стороны предпринимателей, заявили в мэрии.